крутой вообще разворот сейчас идет. Самолет наш, пилот наш какие-то виражи совершает. Добрались мы до Италии. Сейчас даст Всевышний, если приземлимся. Очень красивые места.
облака. Дело в том, что они выглядели как будто бы... Я вообще подумал, что это пустыню мы пролетаем. Такая ровная, ровные, такие четкие облака, и на них полосы. Полосы, как будто бы тропы идут, тропы, и как вот песок, когда пустыни бывает, такие валуны. Вот типа этого все выглядело. Я уже начал сомневаться, облака ли это, думаю, может быть, это все-таки эти. Может, мы на самом деле пустыню Сахару пролетаем. Но потом оказалось все-таки, что это облака. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный клубок.